Mixed Nutrition. Александр Тимошенко, newslab.ru и Никола Вейтерова, IFBB Bikini Pro. Здравствуйте! Здравствуйте! Никола, скажи нам, пожалуйста, сколько русских слов ты уже знаешь? Ну, много мне надо учиться, почему у меня будут клиенты и все. За Fitness House Prestige, и я бы хотела... Ахой, Денис Логинов, он знает, что есть статус-шутка. Знает. Ты мне скажи, мама приехала к тебе, или ты просто мама в Россию приехала к тебе? Мама приехала в Россию. Мама в Петербурге была? Была, але уж теперь дома. Теперь дома? Сейчас дома она есть. То фотография, которая была, маму зовут как? Маму зовут Рената. Рената. Фотографию Ренаты я видел в России. И она очень красива. Что, фотография или мама? Мама, все красивые. Так. Скажи, пожалуйста, вот сюда ты приехала представлять Амикс, да, как бы? Амикс и Best Body, или нет уже? Еще раз. Best Body. Best Body? Да. Но? Амикс и жди Best Body. Игорь Ковчик сказал посмотреть твою попу. Теперь не надо посмотреть попу, почему я еще один месяц мам до сравнования. Один месяц. Но уж лучше. Лучше, все будет лучше. Хорошо. Все будет хорошо? Какого будет хорошо. Понятно. Какого цвета купальник у тебя будет? Темный. Мы так думали, чтобы был красивый или так малиновый. Малиновый? А будет звезды? Почему я темные волосы мам так... То есть будет это образ такой? Ясно. А еще такой вопрос. Вот про Амикс конкретно. Денис рекламирует, вот он, Денис, сейчас мы его покажем. Он рекламирует, я сейчас с ним буду попозже разговаривать, насчет вот этой линейки, которая называется... Маскор Эдишн. Да, хардкоры, маскоры, то есть такая брутальная тема. А Никола, ты какую тему рекламируешь больше? То есть не то, что рекламируешь, ты сама что употребляешь-то? Я рекламирую Amix Nutrition и Fitness House Prestige, и моего тренера Дениса Логинова. Привет, Денис! Я про Дениса потом спрошу. Я тебя сейчас спрашиваю про Amix. Amix, да. Что конкретно у тебя есть в перечне? Можешь подойти и пальцем показать. Как у каждой девушки, мне надо L-карнитин и протеин, где бы не было много углеводов. Аминокислоты, глутамин, то все, что девочке надо. А показать можешь пальцем вот здесь на стенде, что именно ты показываешь? Вот тут больших нет? Изопротеин, да? Изолят. И супер есть детонатор с ради Дениса Волфа. То есть супер pre-workout supplement. То есть ты перед тренировкой раз, и у тебя что там получается? Активность больше или что? Энергия идет, сила, да? И все. Как я бы могла тяжкие приседания сделать на... Тяжкие приседания сделать для твоей попы. Небия попа. Небия попа. Небия там. Небия там, в зале, в другом. Я вчера у них был. Тоже есть, да-да. Ясно. Смотри, вот получается... 3-4 мая в Жилине. Дальше что? Будет еще или нет? Будем это там видеть. Куда, в Америку? Нет, это будет мой первый и последний турнир. То есть один турнир? Все, моя энергия идет там. То есть ты должна, хочешь полететь? И после Олимпия. Будем держать за тебя скрещенные пальцы, так называется? Так, скрещенные пальцы. В Словакии есть такое? Есть. Или только у русских? Тоже мы скажем, прикрыть прсты. Скрещенные пальцы. Скрещенные. Cross the fingers в английском языке. Понятно. Ну, у нас тоже будут скрещенные пальцы. Ну, в смысле, так. Не у нас, а у меня конкретно. Вот так, да? Една за меня и другая за Светлану, нашу Эрегину. Да? Две чемпионки? Так. Первое место только одно, а чемпионки две. Мы запобьем с Свечом. Ясно. Тебе в России вообще нравится или нет? Ну,
мне очень нравится в России. Чуть-чуть зима, але... Не, ну будет подожди. Лучше, но будет, вот, будет лучше, вот, да? Вот, понимаешь, вот ты говоришь, мне нравится в России. А что конкретно тебе нравится? Мне нравятся тренировки, Тренировки у тебя и в Словакии были тренировки, какая разница? Не были такие тренировки, как такие. В России тренировки, то... Как в концлагере, как в тюрьме? Так, да? Чуть-чуть. А мне нравится, как профессиональный спортсмен, мне надо нравиться это, да? И мне нравится город, истории, и... Ну, а мне не нравится зима. Не нравится. И мне тоже не нравится. Будет лучше в лете, да? Да. Сколько будет градов? Сколько градов будет? В Питере. В Питере все время идет дождь. Летом дождь. Дождь. Это ж поэтому как бы называется северная столица. Северная столица. Да, то есть как бы... И мне нравится моя квартира. Квартира? Супер локализация. Да. Все есть там. Все есть. И в престиже я сам за 10 минут. 10 минут метро, и ты уже на работе, метро, да? И сам в работе. И я целый день будем в работе, так... Почему мне авто? Не надо. То есть Денису, ладно, еще раз передай привет Денису. Фиксим. Третий раз уже, давай. Третий раз привет Денису. Привет Денису. Тигр-тренер. Денису, вот так. Тигренок тебя здравит. Спасибо большое, Николка. Спасибо. Тоже спасибо. Давай, сейчас еще фотографию сделаем. Хорошо? Хорошо. Amex Advanced Nutrition presents Isoprime CFM Protein. Benefits. Recommended use. Isoprime CFM Protein, only in Amex.